Сегодня проверим лайфхак, как нам сделать ароматизатор для дома. Для него понадобится детское масло, спирт медицинский и эфирное масло. У меня эвкалипт. И емкость, в которой мы будем смешивать все наши ингредиенты, а также шпажки. Я взяла два сосуда, в которых я буду делать ароматизатор. И как раз в моем масле детском 150 мл по половинке на каждый сосуд. То есть по 75 мл наливаем. Итак, масло у нас налито. Теперь мы берем спирт и одну чайную ложку добавляем в масло. Далее нам понадобится эфирное масло, у меня это эвкалипт. Нужно 10 капель на вот такую вот нашу массу. И дело осталось за малым. Мы берем наши шпажки и отправляем их в наши сосуды. Так, вот такие вот замечательные ароматизаторы у нас получились. Мы их оставляем на ночь и утром проверим, будет ли в комнате запах. Итак, ну что, наступило утро. Наши ароматизаторы стояли всю ночь. Что могу сказать? Возле них пахнет очень приятно эвкалиптом. То есть, если у вас небольшая комната, то такой вид ароматизаторов вам подойдет. Если большая, хотя бы где-то 20 квадратов, то запах чувствуется только возле них. Всю комнату они не освежают. Поэтому лайфхак рабочий, но для маленькой комнаты.